В приходе создано еще два коллектива. Вокально-инструментальная группа «Ретро» и вокальная группа «Реченька». Лет назад Олег Евгеньевич сменил Николая Иосифовича Шощица, имя которого носит хор ветеранов сегодня. Есть такое выражение: кто поет, тот счастливый человек. Наилучшие поздравления и шикарный букет от хора ветеранов войны и труда. Друзья, давайте поддержим хор ветеранов аплодисментами.